В Магнитогорской прачечной «Лотос», что на улице Труда, запустили в производство первую и единственную в городе пухоперьевую машину. Когда мы посмотрели, сколько грязи, пыли, пеньков от перьев может находиться только в одной подушке, нам захотелось спать, положив под голову седло, из чисто гигиенических соображений. Я всегда старался быть немножко, чуточку лучше других. Поэтому, когда комитет госимущества во главе с Никитиным дали мне эту прачечную, я сейчас делаю все, чтобы она была лучшей. То есть качество, культура обслуживания и довольно низкие цены.